Сборная России по дзюдо отправилась в Чили, где на этой неделе состоится первенство мира среди юношей и девушек до 18 лет. В состав команды тренерский штаб включил и табаляка Георгия Третьякова. Сибиряк в своей категории до 50 килограммов выиграл золото на трех этапах Кубка Европы. Еще на одном из них занял второе место. Кроме того, воспитанник Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», который тренируется под руководством Алексея Кочетова, в конце июня стал победителем первенства Старого Света. Табаляку предстоит выйти на чилийское татами уже в среду. В личном первенстве в Сантьяго будут разыграны 16 комплектов наград. На шоссе Пиренейского полуострова стартовала международная многодневка «Волта Португал». В ней выступает воспитанник Ишимской школы велоспорта Егор Силин, входящий в состав местного клуба «Радио Попюлар Боавишта». Соревнования в Португалии, которые включены в календарь Евротура, проходят уже в 79-й раз. В многодневке нынче вышли на старт 140 велосипедистов. В общей сложности спортсменам предстоит преодолеть 1626 километров 700 метров. Уже состоялись три гонки. После пролога и двух этапов лидирует испанец Рауль Аларкон. 15 секунд в генеральной классификации ему уступает находящийся на третьей позиции одноклубник Силина Домингос Гонсалес. Сам же Егор обосновался на 25-й строчке общего зачета. Завершится многодневка 15 августа. Тюменские дзюдоисты Джавад Гусейнов и Владимир Шитиков стали призерами спартакиады учащихся России. Финальный турнир по олимпийскому единоборству среди школьников 15-16 лет состоялся в Армавире. Гусейнов, который является воспитанником тюменской ДЮСШ Тура, завоевал бронзу в весе до 81 килограмма. В категории до 90 Шитиков тоже стал третьим. Борец спортшколы Олимпии с областного центра, который занимается под началом Георгия Салмина, дошел до полуфинала, где уступил Роману Назарову из Башкортостана. В схватке за пьедестал сибиряк одолел представителя Кабардино-Балкарии Астемира Ширитова. Огорчивший тюменца Назаров в финале проиграл питерскому борцу Михаилу Зимину. В Ростове-на-Дону состоялись финальные соревнования по плаванию в зачет Всероссийской спартакиады учащихся. Честь Тюменской области защищал мастер спорта Арсений Чевелев. Сибиряк завоевал золото среди юношей 15-16 лет на 100-метровке вольным стилем. Арсений стал королем бассейна с показателем в 51,75 секунды. На дистанции вдвое короче тюменец взял серебро с результатом 23,9 секунды. Лишь мгновение он уступил Артему Селину из Красноярского края. Я участвовал там после Европейского юношеского фестиваля. И результатом я вообще недоволен. Я приехал туда просто как потому что надо и все. Первое, второе место, и ты недоволен? Просто результаты были плохие. А вообще на какой результат стремился? Из скольки хотел выплатить секунду? С 51. Вполне возможно, что Арсений справился бы и с этой задачей, но львиную долю своих сил он оставил в Венгрии на летнем европейском юношеском олимпийском фестивале. На родине создателя кубика Рубика Чевелев чувствовал себя как рыба в воде и выиграл 4 медали. Трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета по итогам эстафетных выступлений. Помимо этого, в активе подопечного Олега Ермаченкова значится индивидуальная бронза. Перегорел, может быть, или просто соперники очень серьезные были? Да нет, может, просто не хватило каких-то технических аспектов. Я старался не сильно волноваться, потому что это мешает скорее. И старался настроить себя на отработку дистанции. В ближайших планах пловца подготовка к первенству мира, которое пройдет в конце августа в американском Индианаполисе. Начали за здравие, а продолжили как в пословице. Хоккеисты Тюменского легиона ударно провели первые минуты товарищеской встречи против Курганского юниора и уже в дебюте сумели открыть счет. Однако в дальнейшем хозяева льда пропустили 6 безответных шайб. Причем 4 из них влетело в стартовой 20 минутки в ворота Александра Колесова. Заменивший его Николай Дремин держался увереннее. Но все же капитулировал дважды после бросков Артема Трухачева и Александра Нечкина, который в результате оформил дубль. Аналогичного достижения добился уралец Дмитрий Иванов. Однажды свой бомбардирский счет пополнил Александр Тимченко. Впрочем, крупные цифры в заблуждение вводить не должны. Ведь в межсезонье от юниора осталось одно название. Команду пополнили хоккеисты, которым прилично за 20. А сам коллектив заявился участвовать в первенстве ВХЛБ. Хорошая игра. У нас команда немножко постарше. То есть отрабатывали свои моменты, свои тактические наработки. Где-то что-то получилось, где-то не получилось.
ну, фронт работы виден, над чем нужно работать и куда идти дальше. В одной из голевых атак поучаствовал экс-капитан легионеров Камиль Мингазов. Защитник еще по ходу прошлого сезона перебрался в стан Зауралья. Предсезонные сборы провел также с главной командой Кургана. Но по решению тренерского штаба был делегирован на игры юниоров в Тюмень. Конечно, ностальгия, как заехали, я сразу начал ностальгировать. На самом деле, этот город, ну, для меня, ну, многое, ну, что дал толчок даже в большой хоккей, то, что в том году уехал сразу с этой команды, отыграл в высшей лиге, то есть, ну, все равно приятно, уж ностальгия, конечно, да. Повторную встречу соперники провели сегодня. О ее итогах вы узнаете из наших последующих информационных выпусков.